Одинцовские единороссы приняли участие в выездном круглом столе Комитета по природопользованию и экологии Московской областной думы. Встреча была посвящена рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «ЧСЦИ». Ликвидация свалок проходит в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», а партийный мониторинг в рамках проекта «Российское село». Площадь земельного участка составляет почти 17 гектаров. После рекультивации тело полигона сократится до 14 гектар, а высота составит 38 метров. Эта работа должна завершиться в декабре 2022 года. Следующий этап – биологический. В него входят содержание полигона, посев газона, покос, охрана объекта и другие виды работ. Одинцовские единороссы продолжают держать процесс рекультивации на контроле.